Сегодня у нас мы делали поделки из гипса. Ну, в начале дня мы, конечно же, был английский, мы смотрели эти гризли и лемминги. У нас был день отличный, но мы не пошли гулять и гуляли только на театральной площади у древа желаний. Сейчас мы делали фигурки из гипса. Но мы сделали Типа вазы. Шкатулочки. Какая разница? Ну вот, я сделала типа вазочки. Я сделала девочку 6. 6 совушек. А где не получилось, мне все. У меня чуть-чуть трескается. Вот мой подоносик и получается как камень. У меня была самая большая. И мы все испачкались. Помните? Или не помните, не знаю. Но сейчас напомню. Я показывала вам вот это. И говорил, как расшифровывается хит. Надо, вы даже не успели подумать. Потому что я не знал, что на следующий день нас опять снимать. Это хис приводит химический источник света. Его ломаешь, и он светится сутки.